Качество и элегантность отличают мужские марки Van Cleef, Parkland и Novel. В торговом центре «Кировский» всегда в ассортименте костюмы двойки, пиджаки, брюки, блейзеры, свитера, сорочки, футболки и поло. Новая осенняя коллекция – это стиль успешного мужчины. Костюмы бренда Parkland садятся точно по фигуре, а Van Cleef отличает особая строгость и дизайн. Размеры от 46 до 64 включительно. А летние костюмы можно купить всего от 3000 рублей. Ведь скидки на прошлую коллекцию до 70%. На футболки и поло до 50%. К модному костюму здесь подберут вам и рубашку. Всевозможные приталенные и классические модели. Большой выбор нижнего белья и аксессуаров. Галстуки, ремни, запонки. Поступили новые модели ветровок и курток. Все последние тенденции мужской моды в отделе в торговом центре «Кировский», улица Мира, 22. Сегодня мы представляем вам птицефабрику «Белоярочка». И совсем не случайно, ведь за последний год птицефабрика нарастила темпы производства в несколько раз и кормит своей продукцией детские сады и школы Югры. Начнем экскурсию. Это инкубаторий, где установлено современное оборудование отечественного производства. В таких шкафах яйцо остается 21 день. Температура, влажность, ежечасный поворот яиц. Здесь зарождается новая жизнь. Через 3 недели появляются 1000 цыплят. Очень важно вырастить их здоровыми. Поэтому птицефабрика «Белоярочка» наладила производство собственного сбалансированного комбикорма с натуральной рецептурой. Пшеница, кукуруза, подсолнечник. Без применения биологически активных веществ. Мы приближаемся ближе к домашнему качеству, к натуральному продукту. То есть, чтобы, сварив бульон с мяса птицы, ну, была какая-то и жиринка, и вкусовые качества ближе к домашнему. Основное направление – это выращивание цыплят-бройлеров и производство куриного яйца. Ухаживает за ними птичница, а контролирует процесс компьютеры. Автоматика кормит, поет и обогревает цыплят. Ежегодно производится 3000 тонны мяса и 10 миллионов яиц. Вот такого цвета и такого деревенского качества можно добиться, не экономя на кормах. За эту продукцию «Белоярочку» ценят и любят в Югре. В фирменных магазинах птицефабрики представлена продукция «Халяль», которую одобрил муфтий Югры. А сколько еще вкусного и полезного представлено в фирменных купавах. Куриные сосиски, сардельки, колбасы, яйцо, куры-гриль, охлажденное и замороженное мясо и полуфабрикаты. Птицефабрика «Белоярочка». Местная, натуральная и всегда свежая. Сегодня мы хотим пригласить вас на московскую ярмарку. Выбрать одежду, обувь, домашний текстиль и многое другое по очень низким ценам. Невероятно огромный ассортимент. Ветровки, джинсы, платья, спортивные костюмы, блузки, рубашки. Здесь есть все. Футболки от 100 рублей, рубашки и блузки от 400, джинсы от 600, спортивные костюмы от 800 рублей, платья от 450, туфли женские и балетки, кроссовки и мокасины от 250 рублей. Получается, что цена каждой позиции ниже среднерыночной. А еще здесь большой выбор нижнего белья, аксессуаров, детских товаров, сумок и дорожных чемоданов. К тому же скидки на весенне-летнюю коллекцию 20%. Уже начала работу школьная ярмарка. Форма, ранцы, рубашки, брюки, юбки – все для начала учебного года. Кстати, московская ярмарка была одной из самых первых в Сургуте. И это сетевой бренд. 11 лет московская ярмарка радует горожан большим ассортиментом и низкими ценами. Приходите всей семьей на московскую ярмарку. Торговый центр «Весна», второй этаж, улица Мели-Карамова, 41/2. Подготовка к школе – период ответственный. Но если вы посетите новый магазин «Бэбилэнд» по улице Университетской, 9, то купите все в одном месте. В магазине представлены всевозможные модели красивой школьной одежды. Элегантные костюмы для мальчиков, брюки, сорочки, жилеты, джемперы-обманки –
Для девочек – блузки польского производства. Платья, юбки, сарафаны – синие, серые и в клетку. Кстати, школьная форма из предыдущей коллекции с большими скидками. Имеется в продаже и спортивная форма. Белые футболки, черные шорты, одежда для гимнастики и хореографии. Внимание! Отличная новость! В Babyland открылся отдел детской обуви. Школьная, спортивная и демисезонная. Большой выбор туфель, сапог, ботинок. Есть кроссовки с белой и светодиодной подошвой. Ну и незаменимая вещь для школы – рюкзак и ранец. Можно подобрать для первоклашки и для старшеклассника. При покупке каждому ребенку подарок. Сургут, Университетская, 9, магазин Babyland.